Друзья, всем здравствуйте, это Дарья Капан. Хотелось бы извиниться за Серафима Муку. Он сам очень сильно переживает, поэтому я беру телефон за него. Он так не считает, он действительно хороший человек, он добрый человек. Я глотаю алкоголь, пилюсь вещества. Внутри меня война, внутри тебя война. Я глотаю алкоголь, избегаешь, чтобы не быть вдвоем. Если хочешь, тебя тоже могу защитить как-нибудь. Да, слушай, я очень хочу. Не знаю как, хочешь. Твои слова, как пепел, кружатся по ветру. Не встретимся, наверное, с тобой. Твоя любовь в пакетах, зиплоках и конвертах. Моя любовь прожить твою боль. Я глотаю алкоголь. Даш, сколько ММР? Зай, больше, чем у тебя. Я глотаю алкоголь, любишь вещества. Внутри меня война, внутри тебя война. Я глотаю алкоголь. Я, конечно, могу предполагать, что у Давида смык есть. Но вот насчет смыка у Даши, сомневаюсь. Зай, все ты прекрасно знаешь. Серафима Мука, к сожалению, с нами нет, потому что он работает, и у него проблемы там со швами. Но мы ментально его вспоминали, очень любили, вот. Поэтому, Серафим, как твои дела? Все будет хорошо, мы в тебя верим.